Друзья, всем доброго дня суток. Сегодня мы в Камеди. Леша, зачем мы здесь? Пришли покупать, вернее, не Камеди, а аренду снять парикмахерскую Топган. Они нас сами позвали. Леш, все, декорацию можно убирать? Да. Да, мы можем умереть при большом росте, потеряв качество. Даже не на стрижках, а именно на сервисе. Мы этим подняли средний чек, мы убрали воровство, мы подняли качество. То есть сейчас мы подключаем кальянные, гостиницы, рестораны. И самое главное, что я думаю, что за этой программой будущее, потому что никто не хочет, все бизнесмены покупают себе камеры, но никто не хочет на них смотреть. Не открывайте барбершопы, чтобы ни самой не конкурировать, если вам так хочется. Все, спасибо всем!